депутат, блин. Я же говорю, по времени чувствую, мое сердце должен подъехать. 023 УРС. У Васьки номер хороший. Я тебе потом расшифрую. Время. Цыги. 12. Сказал 12. 15 минут опоздания. На тех 15. 15 минут. Да, вот на тех часах 15 на тех минут. Часах. Ты посмотри на вон он. Без 15-12. Привет, братан. Привет. Пропотел. Ехал, напряг был. Да, это так, малость. Я ну иди на произведение искусства, посмотри на мое, привез. Да? Маринку. А, ну так это. Я помню, такая же была, когда она уезжала, ты понимаешь. Даже нужно. Здравствуй, мой дорогой. Это сколько прошло, ты понимаешь? 22 года. Да. 22 года. Да. Это самое, ну. Слушай, здесь у нас красный камень, налево если ехать в Терентьевск по дороге. Красный камень. Нет. Красный камень это вот продолжение. Красный камень это продолжение Тыркана. Это Тырканский уступ. Салаирского кряжа. Вот. Это продолжение. То есть это безугольная зона Прокопьевска и Киселевска, Тырган. И, кстати, вот это уступ, вот этот Тырган, он тянется до Трудармейки. Уступ. А кроме меня бы там перемололо, вот, 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 Василий, это опять мы возвращаемся к той фразе. Какой? Значит, что талантливые люди одновременно дураки. Вот и... Какой тебя дурак туда попёр? Учился, институт закончил, знал там все, что туда лезть нельзя, а дурак попёр. Но, опять ты говоришь, вот по поводу этого ангела или там хранителя и так далее. Да, ну я где-то с тобой соглашусь, потому что сам тоже в перипетии был таким, будь здоров. А вот почему-то еще скрипим, понимаешь? Не скрипим, а живешь, прекрасно выглядишь, вон еще какие дипломы получаешь. Молодец, говорить нечего. Результат. Почему? Вы рано же уехали, ну ты по состоянию здоровья туда уехал, да? Вот, а Витька... После армии сразу туда. Антон, вот. Я жую, ты не снимаешь. Да, ничего. Но а вообще меня подальше снимаешь. Я тебя постоянно встречи. Вот это общение. И, между прочим, вот я сейчас говорил про своих детей, почему они общаются. Потому что, ну, видимо, что-то передается. Передается вот это и от нашей нет, старшей, детям, внукам и так далее. И они тоже общаются. Здорово, что общаетесь. Вот. Это хорошо. Так нет, вот с одной стороны, вот у меня было очень хорошее общение с двоюродными из Березовского, Юговых, семья Юговых. Теперь осталось только двое. Люся и Надя. Люся в Москве, Надя там, в Березовском, а остальных нет уже. Понимаешь? А кто-то к нам все время присылает поздравления? Нет, это... Надя, последняя Юговая Надя. Надя маленькая. Из Березовского, не знаю. Когда... Я подтащил к лодке, ну я думаю, он рыбак же, садочком подсадит, а он без садка, он за леску берет, его вытаскивает, вот такой зараза, он как в основном дал, а этот на меня все стрелки перевел, говорит, из-за тебя, Надик, ты неправильно подвел, не помню. Да ты не помнишь, на Карачиговского, конечно, он эти детали не помнит, почему, я-то пацан, детская была это самое, но все равно он научил рыбачить. Я, знаешь, это самое, потом, ну, правда, вот, было как-то. Приезжайте, мы будем очень рады. И у него там был, а у него тогда, когда на Волге, там ниже в этой плотины мы ходили, он забрасывает, у него плюет. Я кидаю, вроде нормально кидаю, нифига. Я говорю, как ты, лбается хитроумно так. Потом это... Ну, это было когда? Да это давно. Давно уже. Ну, приехал из колхоза. Мать ахнула и говорит, ой, сыночек приявился. Явился. Ну, так и явился, по утрам являлся. Нет, я 3 месяца, меня не было, меня от шахты посылали. Да? Я пораньше поэтому она у нас так и говорила. И удивилась, что днем явился, да? А вот
потом говорит, у тебя случайно денег нет? Я говорю, много ли надо? Она, ну, рублей 30. Я говорю, какие вопросы, я тут банк снял в Прокопьевске на вокзале. Опа, не стал, 30, все. Да. Улыбайся, тебя снимают. И он лимонаду полный наливает, чтобы у него всегда полный стакан был у папы. Но мы еще когда выпивали, так это по кругу. Потом он все меньше и меньше. Заболел. В общем, как маме день рождения справились, 4 марта. Не 4-го, 8-го мы отмечали. 8-го? Ага. Вот с этого дня не ел, не пил. Он был нормально, похудал, ну, хранит же, пока похудал сильно, батит. Мы тогда выпивали, 81-й год. Ну, ладно. Да, какого-то числа на кладбище поедем? Она в общежитии жила, если она живая, и общежитие, где профилакторий-то был. Колонку найти? Колонку Коломакара. Как мою судьбу я нашел на колонке. Туда надо спускаться с горы, далеко. Он рассказывал. И подниматься на поле этой по лесенке. По лесенке. Я вчера показывала, что тебе, говорю, вон твоя лестница на голове. С вокзала прямо придешь по себе к дому. Обушку только перейдешь, и дом наш видно. Был где стоял. Там уже лес. Там уже это и ивняком или чем-то одернуло. Ну. Да. Я Женя. Дядя Вася. Николай Николаевич. Я с ней не отчел. Дядя Вася. Коля, это Коляша. Это Коляша. Меня-то узнали? Да. Ну, да. Здрасте. Антон. А это мой сынок. Ну, а это мои друзья с Алтая. Женя. Очень приятно. Ну, получилось так, пришлось с ними, потому Ничего, что время в обрез. Ничего, проходите сюда, проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте. Антошенька, солнце мое, дай хоть поцелую. Ой, ты мой. Все, снимай на фото. Маленькая. Все, я Женя. Маленькая. Да, я знаю, ты забыла, что мы у вас встречались. У мальчика. А, понятно. Вот Марина. Здравствуйте. Это моя дочь. О, дочь Марина. А мы виделись, мы очень давно виделись вообще. Ой, как вас много. Ну, это мои друзья, Татьяна, Женя. Где? Где? А это мой сын Коляша. Такой маленький. Это Коляша мой. Коля, иди ко мне. Мы первый раз приезжали, Женя, ты приходил к бабушке, он еще маленький. Да какой маленький, ему уже 30. Коляна, я помню, ты что не твоя. Вот твои брюки висят. Ой, блин, а я их там ищу. А рубашка вон там Надя, по-моему, переодевается. А я туда не пойду. Еще рано. Еще Шурика нету. Рано. Еще Шурика нет. Но брюки имею права одеть. Одень. Даже брюки уже не дают мужику. Я кошечку хотела покормить. Что у нас там есть? Кошечка. Где у вас кошечка? На улице. Что она хотела покормить? Это была уже завела себе кошечку. Ну, конечно. Две кошки. Катилась кошка, такие красивые. Один попросил у меня оставить кошку. Ну и что ты думаешь? Я оставила, а сейчас мне жалко ее отдавать. Вперед, поезд договорим. Иди, тебе быстрее надо. А мне икается. Ну, наверное, машину поправляют. Да, что-то долго. Бензину нет, ехать давно нету. А он посмотрел уже там 11 часов на циферблаты местного времени. Все, остался. Поехали, пошли, и все, скоро полтора часа уже только осталось. Почему-то. На Сибирске, Московской. Время. На табло. Ну, у нас уже по местному. По местному времени идет, я по местному. Выходить скоро. Я говорю, времени еще 8 часов. Говорю, хлебозавод проедем. Я же все перекрестки-то помню. Стоим на стрелке. Пришлось помогать. Она там шмуток везла. Двое ехали. Они сели ехать. Тарам говорит, вы там не перепутайте. Лишнее-то не отрезайте. Я до усыки смеялся. Он так говорит. Ему больно, его тут режут. Не «Война и мир», по-моему. «Война и мир», он снимал.
Нет, война и мать. Они защищали родину. Они сражались за родину. Или они сражались за родину. Да. Он весь грязный, раненый. Говорит, так говорит, интересно, я не могу. Так жалко мне его, этого режиссера, он так не доснял фильм. Его, короче, зажали, он обиделся, там что-то его зажали крепко. И он ушел из жизни. Не сильно такой старый. Тут далеко до тетяни дойти? Да напротив, так километр два. На тачке с папкой, поперечкой еле-еле протаскивали вот такие кедры, которые в раму не лезли, выкинуты. Потом на плахи кололи, потом он их сушил, раскладывал. Потом это с болота эти камыши на это, на днище у него было все припасено. Ты думаешь, мы так это, вот когда поехали, еле-еле загрузить на тачку нашу, сколько было, а силёнки-то было сколько. А потом, камыши зачем на дно? А на дно, чтобы не протекало, он ложил, а потом дно туда вмонтировал. Оно замокало и оставалось. Не клея, ничего. Оно потом мокнет бочка, когда бочка сажала. Ну, я не помню. Там двойное дно-то что ли? Одно. Нет. Вместо... Да не дно. В это самое. Между Нет, там подгонялось. Спокойно. Так, все на выход. Саша, будь уверен. Саша. Здравствуйте. Здравствуйте. Дима. Саша. Марина. Это она? Да, да, да. А вы что там представляете? Вон сюда. Она. Понятно. Она. Похожа ли? А с Надеждой Васильевной? А мы здоровались еще. Правда? Молодец. Не совсем. Да это вон, видишь, этот, говорит, подпотел, а этот это. Я вчера смотрю, ты слушай, у него такая рубашка клевая. Ну, этот, Вирасель. У кого? Вирасель. А-а-а. Ну, мы вчера же концерт там еще смотрели. Ясно. Вот так вот, отложена воротничок. Этот. Как... Это кто Вирасель-то? Ну, хорошо. Ну, это белорус. Да. Рубахи у них такие были, с такими вот. С национальными. Флаг их наврезанный. Вышитый. Так, ну что? Здравствуйте! Дорогу, делай дорогу. Привет, Анна. Вот она смотрит и слушай, она не узнала тебя, понимаешь? Это Витя. Конечно, не узнала. А вот сейчас смотри, ты его фотокарточку, наверное, спутала. Вот смотри, ты видишь, рожа одинаковая. Вот он, Витя, а это Саша. Двое из ларца. Одинаково сейчас. И вот, значит, это самое. Ну, я беру баян, сел на диван, играем. Ну, комнатная, хрущевская квартира, все такое. А этот пошел на балкон. И стоит на балконе, так созерцает, не поет это. А дети мои проходят под балконом по асфальту, говорят, чуть не пойму. Александр Николаевич на баяне играет, а Александр Николаевич на балконе стоит. Да, я понял, говорит, что ты говорит, не поймешь. Как ты получается? Мое дело. Ну что, Анна Николаевна, узнала меня? Манюня. Ну а почему я не знал-то? Манюня это приехал. Да я знаю. Это Манюня. Твоя. Наша. Родня наша. Одно лицо с папкой. Ну нет. А папка-то это я. Нос только твой. Чего? А брови, а зубы ровные. Зубов-то нет твои, да. Зубов. У меня хоть штавные так похожи все равно. Похоже, все. Она нас только попутала. Я вот, да, потому что если бы зашли вместе, я бы сразу разгадала. А он сел, думаю, ну. Ну.
Ну, я пока верхонки с Таньки снял, так чего. Понятно. Так ты уж последний заходил, чего ты сделал. Видишь, вот что значит роза-то одинаково, понимаешь ли? Если это весь хлеб, да. Это мороженое. Там две мороженые. Картошка, да, вон, там вон. Вот. А ее вот так вот мама ляпала в духовку. И ничего, за это дело шляп ели. Да, понятно, там даже дезинфекция. За милую душу. А закуска? Здравствуйте. Здравствуйте. Интересно получается. Первый раз. Аня. Первый раз. Ивана. На фотографии видала, узнала. Хорошо. Саша. Узнала. Да вы что? Саша. Марина. Солнце ты мое. Какая ж ты была маленькая, когда я тебя нянчила. Вот такую. Больше на тебя. Наверное, здравствуйте. Наконец-то, ну хоть кто-то на меня похож и не говорил. Да. Ой, больше похож, похож. Но все равно Иван. Нет. А, если только это. Слава Богу, что надумали, приехали. Там у нас... Самое главное всем здоровье. Да. Всем здоровье. Давайте. 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 Здоровье. Да сколько много. И нечаянно на нас набрело. Голоса. Да. А потом еще, У Анны сильнее был голос. Вторая Зыкина. Это спела эту, а потом. Сейчас подождите, вспомню, какую еще песню пела. О, гори. Так еще добавить кому? Мало. Что делать, что варить, что значит, голову за голову взялась, значит, не знаю. А я в огород пошла и давай подкапывать. Картошку. Картошки. Какие картошки? Набрала вот таких картофельник. Что я там набирала, я там не знаю. Мой ребеночек проснулся. Вот принесла, значит, я домой. Вот это я, как сейчас помню, это было в 43-м году. А потом погода стояла такая плохая. Одинокий друг стоит высокий, как же мне вине к дубу перебраться. Я сейчас я напомню. Вот ё-моё. Ну, за тех, кого знаю, нет, тоже надо. Подожди. Помню. Ну, тогда подожди, сейчас это будет. И она добавит. Я на 60 лет, когда приезжал, я сказал, здесь родительский дом. Ну, так получилось, там из Голубевки сюда. Поэтому все, если приезжают, то должны чувствовать, как дома. Мы сюда всегда и приезжаем. Мы сюда и приезжаем. Ну и хорошо, что Люба всех принимает. Ну вот и выпьем за нее. Ей здоровье. Родительский дом. Приехали дети в нем. Живем и будем жить, и встречаться, и так далее, и тому подобное. А тут жизнь жалели. А зачем? Вот так. Секрет молодости расскажи. В какой-то мере. И вот это сидит. Знаем, знаем. Да? Да. Да? Ну. Тоже узнаешь, что вроде это. В личии могу вот сказать. Я... Кто еще? Шурик.
Не, у них больше машин. Не, они вообще, у него вообще нету ни одной. У папы и у дяди Саши есть. Это... Тут, наверное... Ну, у папы и дяди Саши были у них какие-то... Ну, первый год там пока не было хрущей. На 7 лет он, наверное, нет, не знаю. Хрущи, что это такое? Это личинки майского жука. А, у нас нету. Это белые на юге. Такие. На юге они, вон, по-моему. Красные ножки у него на концах. Белые червяки. Что надо с ними делать? Что с ними? Уничтожать. Там Васьки жуком хороший голос. Я вчера слушала ее и вот думала, я все время думала, неужто вот в таком возрасте, вот как Людмила Зыкина, ведь у нее возраст, он такой большой голос, и голос не пропадает. Ведь действительно вот этот голос-то какой хороший. Ну, если бы нашим девочкам поставить артистичные и музыкальные дать образование, они бы по сей день выступали на сцене. Ну, голоса сильные, чувствуются. На большой сцене. Нет, голос хороший, конечно, нет. Я за свою жизнь ни разу не слышала, что папка пел. Мама пела. Но пела грустные песни. Но не, она никогда не... С прибауточками, с шуточками. Юморная бабушка была. Ну, знаешь, как мне это... Наверное, ведь и раньше песен-то... Веселых-то и не было, все вот такие. Да, такие это... все про грустную любовь. Про каторжников каких-то, все. А я помню, папа вот, значит, сидит в комнате, вот где вот мы сейчас спим. Значит, вот так вот сидит, кровать вот так, стол вот так, у него вот так был стол. И, значит, сидит, стети плетет, либо это народу там или чего, и начинает. Бродяга, Байкал проходит, или степь до степи, и начинает вот это. И, так, да, вы сколько... таблетки выпили? Да. Кашу дали. И вот так, потом через месяца три, наверное, Люба нам прислала письмо, там, потому что тогда еще не было таких. Шатрутся. Ну, как, чтобы сейчас. Алло, привет, все это. Люба прислала письмо и сказала, Шурик не пьет. И тогда у меня на душе... 2004 года. Это уже я 100%... Я еще сидела и говорю, Александр... Ну, я как-то еще мало его знала, первый раз увидела. Говорю, Александр Николаевич, у вас в автобусе Александр Николаевич, Александр... А вы, говорю, такой вот в таком виде, говорю. Ну, я на выездах... Ну, перебрал, может быть, чуть-чуть. Ну, да, хорошо перебрал, потому что вот на Веры, а потом у Валерки Константинова. Орден Ленина, орден Сталина у него есть. Вот это кто? И не то, что народу много вот собрать не сложно, а то, насколько вот, все равно, вот, у нас тоже было родственников, но так никогда не общались, вот так вот, что все там поддерживали связь между собой и молодые, вот если поколение родителей, да, они как-то вот еще ездили друг к другу, да. Наше поколение уже практически вот... Ну это не вот сегодня тебе и сказали, что вот это поколение не будет, будем ли мы общаться? Да, там двоюродные где-то вот там, ну будем или не будем. Это уже как? Да, это вот девчонки переживают, вот надо дальше общаться. Тоже не интересно. Вы слушайте моего старшего брата Василия Николаевича, он говорит, надо общаться. Да, вы молодцы, конечно. И мальчики, и чужие. Да. Ой, мама, милка. Конечно, мы сейчас пойдем за стол. Мы пришел. Да не говори, надо было вот когда вот делала Марина-то. Да, а ладно. Ты чего-то такое-то? Ну, то, что вот здесь еще за фотографию. Готовую продукцию. Ну. Вы комментируете мы сидим что-нибудь? Тут, блин, я уже их учила, все. Да. Из меня комментатор, я говорить плохо умею. Замечательно. Хорошо, ты что, духовка, вообще хорошо. Здравствуйте, я быстро. Вот так. Че? Бери куда, че? Ну нету досточки. Ходить тело, как видишь, уже подниматься тесто. Я туда стакан растительного масла, чайную ложку соли и 8 стаканов муки. Замесила тесто, но я так, печку, так, пара подходит, начинает подходить, я печку затопляю. У меня уже все, вот эти, готово уже. Тесто подходит, печка начинает уже протопляться. Я разложила, оно подошло немножко, уголечки разложила, все в печь поставила, все. Да у каждого но по-своему. Все, я... Да, конечно, каждый делает, каждый все. Каждый блюдо по-своему. Я что, это мыть?
Или что? Да, это не нужно уже. А на чем ты будешь? Ой, а что я сижу-то? Я что-то... Я первое время у тети Нади пойду, принесу ей тесто. Масло надо еще? Нет. Это, спрошу, как тесто она месяц, запишу-то. Принесу тете Наде ничего, как это? Она скажет, или еще муки бросить, или где-то. Ты уже перегадала. Я уже тоже на глаз. Густое тесто сделала. Начала в этот, принесу пирогов, она говорит, ну, хорошие, ну, вот то-то, вот то-то, вот не так, не это. А потом мы поехали в Семенов, к однокласснице. И она меня вот научила вот так вот это тесто. Я записала тоже. А сейчас я уже запомнила, я уже всем этот рецепт даю, да. На севере мне почему есть? Нет, а вот на Воронеже. Воронеже нет, там не. Потому что вот там на Украине рогач называет этот ухват. Налей мне вот сюда чуть-чуть маслица. Что еще да, это? Да. Только убрать надо эту штуку, выкиньте. А, как-то вот называться вот это вот, ой, уже и забыла. Мать все время, чело, вот в печь, которая вот, дырка вот эта вот, кирпичи, чело. Ну, чело, оно, наверное, так оно и должно быть. Да. Да. Слышь, это, ты мне Марина, что на больничной койке хочешь заснять? Не надо, я еще теплый. С каким-то мужиком, ведь. А? Антон, приезжал, да, нет его телефона, где ты вчера записывал этот номер телефона? Вдвойне. Юг, почему вдвойне? Там что-то печет, варится, да? Мясо. Вот две маечки хотела закрыть свои глаза. На кино все снимаем. А я не фотогенична. А посмотрели, да ладно, вы смотрели, что, когда... Я не смотрела, а не что, хочу. А что, так гигиенично все. Ой, там, я тут чешусь, что что-то поправляю, какая-то такая вся. Я-то не знаю, какая есть, такая и есть. Ну, и чего вот, сделаешь? Вот правильно, было, правильно, смотреть. Конечно. Я в этом кардигане, она в этом платье. Кто это? Мы знаем, кто это. Она в этом кардигане, а я в этом платье. С нашей стороны со слов. А даже яблоко у него на голове что-то сбивал. Подруги. А кто сбивал яблоко на голове? Кто-то яблоко у него сбивал на голове. Самый красивый. Было. Понятно? Да, он а сейчас ему 14 уже. Колина, мама живая была еще. Да. Когда Ваня маленький был. Ну, он уже паспорт у нас получил. Ваня. Так Ваня. А может, Володя тогда сбивал яблоко-то? Нет, это не надо. 18-й, она говорит, ну да, 170-й. А я его встретила совсем рядом. Да я бы и нашел. Так, что ж я? По памяти, правда. Нет, ну мы просто... А Володя в Юга приезжал. Ну. И это, и как-то... Валя говорит, и все, он меня тянет вот в тот дом, в туда. Я говорю, вот сюда, нет, туда. Пойду туда. Заходит, нет, вроде не тут, не та дверь, вроде не туда. Сворачивается сюда. Не верил. Он же, понимаешь, как-то путался. Только. Угу. Потому что они, ну, немножко... Типовые. Нет, тут было? Разница есть. Ну-ка, вот человек молодой он. Но он 60 прожил? Нет. По-моему, нет. Ему 57 или 58, и он так же. 58, по-моему, было. Он на пенсию не вышел? Нет. Не вышел. Толик не вышел на работу. Не вышел, Толян. Я говорю, не доработал. Сколько лет? 58. Нет. Им жара нужна. И вот он до того прям вот такой здоровый, главное, ну как, обыкновенный арбуз, как на бахчет. Ой, сладкий. Свет, знаешь чего? У меня приехала подруга, я вот эти плети вот такие все разрослись. Оля, сфотографируй, пожалуйста. И вот мне. Веришь? Вот Оля, сфотографируй. Зачем? Я не фотогенична. Мы с ней пошли на эту бахчу. Слышишь, Свет? Мы пошли на эту бахчу. Вот такие завязи арбузиков. Мне до самого... Подожди, сейчас вопрос фотосессии. Она вот так встанет, и вас втроем... Давай, Ольга, иди. Оль, иди. И будет на памяти, хорошо? Грузия фильм.
Пока вы женаты, это все. Вот отправляются. Я говорю, давайте я на третье. Вот как вот в космос отправила, видимо, так вот третье получила. Ну, хотя вот вообще на первое, ну, как-то немножко по обидно, конечно, надо от воспитателя молодая уходить. Иди на методист, сначала. Там магазин, где компот. Да, у нас здесь заведующий. Ну, мне тоже уже предлагали. Опять заведующий. Ой, заведование, это такое... Ну, заведование... лучше. Нет, методистам очень сложно. Но только ты пройдешь... не такая. Пройдешь всю методику. Ну, ладно уж, первый руководитель есть первый. Что говорить? У нас сейчас объединяют сады. Она говорит, там такое, ой, нет. Там еще оставить. Да? А вот теперь я подумал, Ольгу точно украдут. Из огорода. Да. Украли. Слушай, а мне говорили, баба Настя говорила, так, мать шла, а перед ней ехали цыгане на дороге, ой, на лошади, и вдруг тебя потеряли, а мать подобрала. А Ниночку в капусте нашли. Она рыженькая, да, она светлая, рыженькая, да, она светлая, помню, ты чё, ну, конечно, и рыженькая, она патенькая была. Да. Ну, вот, она была, а я была черная. На бабушку похожая, ты темнее была. Да. Цыгане в группе азербайджанцы ходят, ну, периодически, ну, мы одних же, это, как сказать, два года отведем детей, выпускаем, потом другая группа приходит, и периодически у нас азербайджанцы, по одному хотя бы, и вот одни тоже родители. Мама мне, а азербайджанка? Я говорю, нет, она, как нет? Армянка тогда? Я говорю, нет, русская, она, да ну, нет. Русская все равно есть. Ну, да. Так нос, конечно. Не только нос, и косай, и красивая. Казацкий. Красивая очень. Спасибо. Который только... умер 2 месяца. Подожди. А то я не помню. Не Дробжин, а, по-моему, правильная фамилия Дробин. Дробжев или Дробжин. Жев в этом фамилии присутствовала. Мамка говорила всегда. Дробышев. Насколько я помню, все жили в бараках после переселения. А он? Ваня не та Анастасия. Ну, старший. Поняла. Он на 2-3 километра. Да говорю, если тебя другой спрашивает. Дом. Нет, пусть рассказывает. Дальше придет к той мысли. Это дом. У того старшего Дробышева был сын. Ну что, маму выдала Матрёна Сергеевна замуж без ее согласия. Вот, потому что родители приехали, они когда-то жили вместе где-то там с нашими. Да, да, вот, это было... И они ее знали, и когда они приехали... Ну, если так назвать, сосватала. Да, и это самое, и говорит, что нам Тасик нравится. Может быть, ты, Люба, ты и права. Ну, вот это... Нет, это нам, это чуть Настя расскажет. Рядом с тобой... Я завтра уйду опять в туманную даль. И снова ты будешь ждать, скрывая печаль. Будет слепить привоз, словно слеза. Я сохраню в душе. Давай,
всегда, как солнце светит. Пусть в нем всегда растут сады и дети. Пусть каждый день однажды в жизни встретит. Тоже одноклассница ли в этот месяц? Это, что, мало ли, что в этом? Я говорю, мы его сегодня потеряем. Скажи, папа... пролетела. Рассказать подробно уж не в силах. С красной палаткой исходил я те края, куда судьба носила. До сих пор палатка служит, так сказать, мне верой правдой. Видимо, и я кому-то нужен. Годы, это верно, это правда. 30, как одно мгновение, только горы стали круче. С ребятней уж многих поколений не искал дорог удобных лучше. Изучал Кузбасс и вдоль, и поперек. Довелось и к недрам подобраться. Но до полных знаний я далек. В этом должен вам признаться. Если кто-то скажет обо мне, мол, турист и кревет бывалый, не сыскать наград нигде. Просто я в свой край влюбленный. Снова соберу рюкзак, палатку, как бывало, кину за плечо и уйду искать разгадки. А душе, чтоб стало горячо. Читают, рассказывают. Я был потрясен. И вот тогда и зародилась эта идея создать свой клуб. Который родился. И вот когда Константин вошел, чувствуете энергию? Та же самая. Он была 15 лет назад у меня, теперь у него. Аккуратно 15 лет вы старше. Вот. Ну, музыкальное поздравление. Как вы говорите, очень хорошие дни. Господин, под крышей голубя, с головой теплее. А я 3 дня уже один. Ну скажи, Ангел, люблю тебя сильнее. Помыл посуду и свалил на руку. Пытаюсь закусить. Тебя держать, как думал о тебе мне, а я согласен с целыми годами. Я выпускаю небо голубее, лети, мой год, все закрыли. Я с каждым днем люблю тебя сильнее. Я выпускаю в небо голубей, лети, мой год все закрыл. Я скажу тебе, люблю тебя сильней. Объясни мне, мой любовь и небо. Мы поэты, я не буду говорить поэтики. Члены прекрасного клуба «Чистые родники». Я от имени гостей, а нас сегодня здесь 6 человек присутствует, самых близких родственников Александра Николаевича, Саши,
Биография нашего присутствия или приезда сюда широка. От севера Двинска, знаете, где это на севере, до Нижнего Новгорода и Тольятти. Мы приехали специально для того, чтобы нашего любимого родственника поздравить вот с такой прекрасной круглой датой. Конечно, за эту неделю мы вообще влюбились в Сибирь, в этот край. Сегодня узнали еще больше о нем. Все очень понравилось. А вот сегодняшняя такая заключительная, мы уезжаем сегодня, точка, значит, вот нашего посещения, это ваши умные, если не сказать больше, восхитительное заседание такого прекрасного поэтического клуба. Спасибо вам большое. Дальнейшего вам совершенствования, развития, ну и, естественно, простого человеческого счастья. Играет и поет. Ну, понимаете, это разносторонне развитый человек. Кроме того, он по профессии учитель. А учителю вручена превосходная должность, выше которой ничего нет под солнцем. И если учитель может свои вот такие данные передать детям, как правильно и великолепно сказала одна из выступающих, по-моему, Людмила Владимировна, что поэзия – это как радиация, она проникает и на всю оставшуюся жизнь, то это учитель вдвойне, как говорят, учитель с большой буквы. Поэтому мы, родственники, восхищаемся тобой, Саша, мы тебя любим. Мы тебя глубоко ценим и желаем тебе дальнейшего творчества, здоровья. Мы восхищены твоими детьми, девчонки тоже какие все у него все-таки такие развитые. Все пошли по его профессии, это значит великая любовь к отцу. Ну, что хочется сказать. Прекрасное наше посещение, оно надолго останется в нашей памяти. А сегодняшний мы передадим своим детям, внукам, мы все сфотографировали, все записали, и поэтому и на севере дальнем, и на Средней Волге будут знать, что в Кемеровской области, в Прокопьевском районе, есть такой прекрасный поэтический клуб. Спасибо. А еще третий должен выйти. Я больше технически работаю. Но пытался узнать, как рождаются поэты. Младшего. И это вот почему. В той семье, в которой я рос, и он, это сегодня неожиданное событие для всех. Я не думал, что он будет таким разносторонне развитым человеком. Это удивило меня. Может, потому что ты молока много пил. Он здорово пас, а я-то еще грудной был. Это был факт. Но время показало, оказывается, свои способности. Белого мира война.
приятель приехал. Мы там на даче такое сабатую устроили. Я баян брал с собой. У Наташи на даче? Но. Там здорово. А с женой приезжал или один? Нет, один. Но я видел это. Ну, Надежда Васильевна, в Тулу со своим самоваром тоже ехать как-то. Это... А ты что, а ты за своим самоваром ездишь? Да, это не тульский. Чайником. Это тульский. Самовар, но тульский. Это у Кати Московской. Я сам один никогда никуда не ездил. Это просто образно. Со своим самоваром даже не ездить. Нет, там получилось что. Зина занимается бизнесом. Они вместе с Артемом. Артем, вот, кстати, Артем. Куда ты бросишь этот мед весь? Толик-то Артемом назвал тоже. Артем, это сын их? Да, сразу все. Вот, значит, это в пятом классе, значит, мой друг, вот Толя Марченко, мы его вспоминали, помнишь, это Серега, отец ему говорит, дядя Вася, говорит, ну Марченко же помнишь? Да. А он Серега, младший брат, у них была Светка старшая, потом Толик и вот Серега. И он ему купил белый такой баян концертный. Там вообще по тем временам на Парниковке дом мощный. Вот говорит бизнес. А он работал в вторсырье. Угу. Понятно. Там по копейке собирал. Но он инвалид был, значит, без ноги. И, кстати, не протезы. А колотушка была, помнишь? Колотушка деревянная. Самодельная. Он на этой колотушечке. Там 25 штук, так вот? Да, да, да. 20 или 25? 25. 25. 20, наверное. 25. Ну ладно, 25. Значит, отец успел выкурить одну. Ну а мы-то что, поровну поделили по 12. А он говорит, куда пойдем? Ну пошли на обвалы. Обвалы. На обвалах мы там и кататься на лыжах учились. Воевали. Вот у меня вот здесь эта губа рассеченная. После этого я уже сабли свои забросил. А то тут, понимаешь, атрибуты были, все. Сабли наточенные, настоящие. Если рубанешь по голове, то одно за одной, за одно. Ему ни хрена. Он до сих пор, наверное, курит. А меня все отравление, я идти не могу. И он меня это раз подводит к калитке. А у нас глухой забор был. Да. Машины тут ходили. Вот, дорога. Ты помнишь, да? Ну, я помню. Вот, железная дорога, тут все такое. Да. Там вот лужи иногда выбивает, грязь это самое. Я вот так-то это самое, на калитку. И мама тут выходит. О, а я не живой. Желтый, бледный, белый, там, я не знаю. Она 3 дня мне молоком отпаивала. Не этим, конечно, молоком, а козьим. Ну вот и все. И сразу закончилась вся моя курева. Говорит, в армии, говорит, а в армии там. Научат. Затаскуешь там или еще что там. Письмо от любимой неприятное придет. Ну и, короче, ну, в армии были там попытки, там, скажем, просто так. Побаловаться, подымить. Ну, это не стало. Ну, что касается другой привычки, я уже говорил, ну, с куревом завязано. Ну, вот Дева Докачка да. была. Да, 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 да. И вот на этом прогулке до Чеховой улицы. Да, 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 вот, да. Значит, ну, она самая прямая была. Нет, она там вроде прямая, но там дорога же все равно же, да. Не асфальт же. Ну, короче, я начал, так вроде какое-то расстояние проехал, но там я раз и в ограду. А там, падла, гвоздь торчал. Я брюхо так и распорол. Я так посмотрел. Нифига. Ну, до кишков не достало. Кожа? Нет, не кожа, ты чё, но глубоко. Ага. Вот, я вот так вот прижал на велосипед и быстрее одной рукой там, значит, домой приезжаю. Мать меня одеколоном промыла, как сейчас помню, полотенцем завязала. Вот, они говорят, ну дня через 3 уже зарубцевалась там, зажалась. Ну она склеилась. Не обнаружили. Транспорт. Пишет. Есть надежный, да? Все, я говорю, вы чисто популярно, скажите, что вам не нравится. Он говорит, ну вот Олег Михайлович, неси вот эту бумагу, покажешь. Я прихожу, он говорит, ну ты что, видишь, что?
что-то, ну, здоровый образ жизни, короче говоря. Я говорю, ну вот ты меня обрадовал. Сейчас, думаю, я мыть. Что-то дело. Ну вот, все. А потом потихоньку, помаленьку, все затихло. Ты понимаешь, ни там не болит, нигде не болит. Покрутили, короче, там, где надо. Надо по сантиму мощных камней. Попробовать туда их вытащить. Диагноз был ошибочный. Любая скорость выше человеческой, это уже риск. Знаешь, что? Кто сказал, что кто? Результат? Ну, я. Ну, это вы со своей колокольни, высокой. Ну, такая смесь. А мы потихоньку, мы внизу. Так вот, потому я и... Ну, ладно, сейчас мы... У нас же общение идет, то мало пообщались, там быстро-быстро, раз-раз-раз мы это самое, так что... Из магикан я старший последний. Магикан, давай. Ну, он тебе правильно сказал, что ты еще? Я и сказала, говорю, он это в гости ждут, приезжайте, нечего там по морокам, да принесите по всякому. Мы становимся чужими. Это да, это всегда. Сто раз, даже ты, если и родные. Да, 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 да. А еще что-то я второй так говорил, напомню. Ну что ты еще? Да вот только сидел ты. Нет, не буду, они вдруг у меня кончились начали. И Надя позвонила, поговорили, как приятно. Надо, ты имел в виду, что надо все обиды прощать. А что-то проделанной работе, блядь. Отчета про нет. Тетрадки проверяешь? Да вот, забрал тетрадки. Программа. Неурочная деятельность. Учебник они не сделали, но программу сделали. А пока? Пока-пока? Ну, подбежи к бабе. Давай. Бежи к деду. Давай. Хопа! Ты так, наверное, любишь, да? Папка играет так с тобой? Папка играет. Тост. Давали за то, чтобы мы встречались. Ну, вот что так, давай здесь. Так, а что, конечно, проведывали, да садись. Папа, ты сядь, Юль, вот же. Проведывали друг друга. Дими кипяток. Ну, а в этой семье, чтобы милый Влад всегда был, чтобы мы знали, тут, как говорится, дорога тут, двери всегда открыты, замков нет, дорога всегда платарёвная. Молока? Нет, спасибо. Я говорю, 173. Сколько? 73. 173. Кто? Нет. Да ладно, когда 173. Метр 73. Да, метр 73. 173, метр 73. Я думала, 173 килограмма. Вес, говорит, сколько? Жень, ну, наверное, я тебе 85. Говорю, что они больше пока. Да сейчас скажу, правильно или нет. 80, да посидите, посидите. По... Мне 83. Нет, надо. Нет. 5 килограмм, это вообще-то катастрофа. Можно вставать. А, нельзя за ухо трогать. Ну, я так и сказал. Я говорю 85. Да. Я тяжелее тебя. Чего ты сейчас, Шурик? Конечно. Сколько ты повесишь-то? Сейчас увидишь. 90. 8 800. Ну, пяточки как-то так это светил. 87 800. Было 88 100. У тебя пятки висят. Неровно. Подожди, подожди. Не шевелись. Неровно, держись. Вот-вот, 88 200. Центр тяжести потеряешь. 87 800. А, наверное, это маленькая анимация на одну, на 300, на 400, на 300 грамм. А обычно на электронную меньше. Ты ушел. Здравствуйте. Он не фотографирует, он снимает чай. Здравствуйте. Ну, как у вас жизнь? Да видишь, да? Что, худая? Она худая. Ну, я похудела немножко. Давай мне в кепке. Мне понятно. Ты там тоже, ты такой... Тебя люблю я за твои трудодни, блядь. А собиралось много народу-то, блядь. Да. Мы же, блядь, там пели такой ой-ой.
себе одень. Она тебе не помешает. Вот. Ну, чтоб это самое. Смотрели. Да. Че, я вот туда глянем. В армии тоже на баяне играла это самое. Ой, ну у нас какие дожди. У нас до все лето дома. До 21 июля. Ну, почти 3 месяца мне пи. Каждый день. Уже в огород не зайдешь. Вот до того встанешь на землю, она чапкает. До 21 июля с мая месяца ни одного дождя. Да ты что? Ни одного дождя не было. Сушь такая была. Ну, надо было приехать у нас. Ой, и вот сушь была, и он нормально был этот. А потом, как дожди пошли, ему сырость не в этот, чего тут. По склоне, но вот это вот дом, вот тут дом, вот Орешина, вот так вот это. Ну это по осени еще. Ну, снега мало, а вот это вот кустики, а их вот этот зимой даже не видно было, вот так вот это вот смородина была вот закрыта вся. Я лучше всех. Да, лучше всех края. Береги Борьку. Давайте. До 50-летия. Всего доброго. Я надеюсь. Спасибо, что приехали. Когда ты ушел в откос, ты помнишь эту ситуацию? Конечно. Короче говоря, значит, узкоколейка шла, а тот шел груженый, с щебнем, с забутовкой. Нет, он на пустой шел. Нет, он ушел. Паровоз-то улетел сюда. Да. А значит, оттуда шел. А вагоны здесь были. Оттуда шел. Он шел уже груженый. Да. Вот. А узкоколейка была закрыта. Ну и, короче, закрыта, и он и пошел нафиг. Въехал в дом. Поросенка задавил. А эти сидели в углу дома. И ужинали как раз, да. Семья там. Но мы-то рядом там, ну буквально, может быть, 200 метров да, от них. Да, даже лучше. Вот. Ну и, короче, я несколько дней спать не мог, нифига. Вот. За поезд. Поросенка переживал? Да зачем? Поезд проходит, думаю, блин, а пацан маленький. Думаю, ну вот повторится эта авария, нафиг в нас едут. Но тогда жертв не было, человеческих жертв не было. Сделали рельсы. Танк приезжал без башни. Да, да, тягач. Да. Танк. И рельсы были. Рельсы. Разделили пополам и частями. Во время войны. И снова на рельсы поставили. Там вот такой вот трясина и лебедка, блядь. Из без башни пришел, блядь, это раз, лебедочку, хоп-хоп-хоп, все. Вот это самое. И маленькие паровозики, и вагончики, все потом.